Привет, друзья! Итак, сегодня в ремонте Volvo XC90. Итак, машина бита по лицу, капот, крылья, бампер, фары, все меняется. Но нет, вот это крыло целое, оно останется. Детали куплены того же цвета, в хорошем состоянии, так что краситься они не будут. Ну и вот здесь вот небольшое повреждение внизу. Крыло само целое. Тоже ставим бампер, но это придется сделать. Итак, разбираю машину и начну ремонт вот с этой части. Вот так вот некрасиво разорвано и внутренний, и внешний металл. Вот. И чтобы его выровнять, мне придется вот такой кусок внешнего металла отсверлить и вырезать. Но сначала я вытяну вот этот вот угол. Ну что, угол вытянут, поврежденный металл удален. Сейчас я все это подравниваю, выравниваю и сваливаю на место. Ну что, в этом месте я закончил и теперь приступаю к ремонту переда. Первым делом я подтяну правый лонжерон и подровняю поврежденные части. Теперь начинаю ремонт левого лонжерона. Он чуть пострашнее. Мне нужно убрать вот этот вот залом. И чтобы это у меня получилось, мне придется отсверлить, удалить вот эти небольшие части. Что я и делаю. Теперь я вырезаю окошко, чтобы был подход к залому. Ну и начинаю этот зомбом вытягивать. Итак, чтобы до конца вытянуть этот залом,
который крадет у меня 5 мм длины лонжерона, пришлось вырезать еще кусок поврежденного металла, который не давал. Но все-таки Volvo. Металл довольно-таки толстый и мощный. Ну и теперь все это я вытянул, подровнял. Теперь все сварю и зачищу. Итак, лонжерон сварен и ровный. И теперь я приступаю к различным замерам. Для начала измеряю балку и проем между лонжероном. Он оказался меньше, и мне придется их раздавить. В общем, я их корректирую, при этом постоянно делаю измерения. Итак, измеряю лазерный уровень лонжерона по высоте, диагонали, немного еще подтягиваю и как бы все good. Ну и теперь вы можете увидеть, что здесь показывают лазерную, что здесь одинаково. Ну, теперь я подкрасил внутренности сзади, лонжерон немного подкрасил, и теперь можно скручивать остальные детали. Итак, скрутил все детали. И вот вы видите результат. Красился только бампер, а остальные детали были по цвету машины. Ну, на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!